Привет, друзья! Сегодня я расскажу, какая обвязка самая лучшая. При строительстве загородного дома всегда выполняется обвязка. Это первые венцы дома. Обвязка выполняется обычно из бруса. Брус – надежный, крепкий материал. Работать с ним легко. Как правило, длина бруса 6 метров. И если дом длиннее 6 метров, брус необходимо сращивать. Сращивать его очень просто. Делают выборку с одной стороны и такую же выборку, только снизу, с другой стороны. После этого сращивается. Таким способом можно сделать любую длину. Давайте посмотрим, какие плюсы и минусы у этого способа. Ну, во-первых, соединение получается не очень широкое, сантиметров 10-15. И поэтому, если какие-то движения происходят, то движение происходит в этом именно месте. Ну и второе. Брус, как любое дерево, имеет сучки. То есть, если большой какой-то сучок есть на дереве, в этом месте брус может, так же как любая доска, просто переломаться. Это из недостатков. Ну а из плюсов то, что с ним просто легко работать и обрабатывать. Из чего еще делают обвязку? Обвязку еще можно сделать достаточно легко и просто из обычной доски. Делается обвязка путем сложения нескольких досок в пачку. Давайте рассмотрим теперь здесь плюсы и минусы. Ну, во-первых, как у любой доски, есть у нее сучки, так же, как и у бруса. Давайте посмотрим, как они работают в связке. Обвязка из доски. Возьмем вот этот сучок. Он достаточно криминальный, и при перегрузке эта доска непременно переломится именно в этом месте. Но так как здесь несколько досок собрано, и в этих местах уже сучков нет, то соединение получается достаточно крепкое и выдержит практически любые нагрузки и перегрузки. Следующая особенность – это соединение. Соединение выполняется с разбросом 50 сантиметров и так далее. На первом ярусе доски кладутся плашмя друг на друга. Получается как бы эффект фанеры. На втором ярусе доски ставятся на ребро, тоже пачкой. Сшиваются такие доски обычно либо шкантами, либо простыми гвоздями. Углы выполняются вот такими ступеньками. Это также очень положительно. Вот и получается, что обвязка из обычной доски лучше, крепче и надежнее бруса. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. А также смотрите другие полезные и интересные видео прямо сейчас.